Чао а тути, девочки мои, красотульчики, ребята, всем бонджорно, всем привет, утро, Аллегро в садике. Сегодня такой непредвиденный влог, приехала в город Парко Прато. Здесь, ну, в общем, несколько магазинчиков. Хочу зайти немножко, хочу зайти в H&M и еще один, у нас называется Пренаталь. Сейчас я вам его покажу, хочу кое-что купить Аллегро, там посмотреть. Вот, беру вас с собой. Настроение отличное, сегодня пятница, вот, скоро выходные, народу пока мало, надо запомнить номер, 8Б, и ну потом я бегаю, ищу, одеваю маску, ищу свое место. Так, сейчас я вам покажу. Вот здесь магазин есть продуктовый, вот он Пренаталь. Он дорогой, но здесь бывают скидки. Как дорогой? Относительно дорогой. Что можно что-то интересное купить деткам. Смотрите. Какая прелесть, коала. Детские костюмы. Но я не за костюмами. Так, вот вещички. Эти 50%. Вот это все по карте. А, 30% для всех. А 50% по карте. Так. Ой, какие розовые джинсики. Жалко, у меня Аллегро не носит их. Почему-то не нравится. Ей говорит, что она... Давайте вот посмотрим цену. Ага, 19,90, 20. А вот если у тебя карта есть... 14 евро. Так. Тоже она маленькая. Ой, какая прелесть. Вот. Ну, в общем, сейчас буду смотреть. Ой, курточки. Единорогами. Она любит единорога. Пока стою в очереди, вам покажу. Купила вот такой вот светильничек. Единорожек, знаете, маленький ночник, чтобы она, когда спала, он светил ей. Тем более она безумно сейчас любит уникорна. Стоит почти 15 евро. Так, ну что, город называется Парко Прато. Люблю это место, мы не часто сюда приезжаем. Но когда приезжаем, мы там вот в кафе постоянно пьем кофе, завтракаем, потом гуляем. Вот сейчас зайди меня магазинчик покажу. Вот, вот этот вот. Я там Аллегро покупала светильник. Она еще не родилась. Я ее купила. Классно здесь. Все ручной работы, но достаточно дорого все. Так. Уникорна. Я купила единорога. Музыка-то громко играет. Все, пойдемте с вами в H&M. Что хотела еще сказать по поводу этого города. Здесь очень много приезжих людей из Китая. Его так и называют. Китай, в общем, этот город. Вон тут горы видно. Ветер, конечно, сильный. Вон H&M. Большой, он мне очень нравится. Тиранова. Ну вот поближе вот этот магазин. Парфюмированный магазин не захожу. Здесь все люди очень неприличные работают. Не хочу. Вот. Ну, пойдемте с вами. В H&M хочу кое-что там посмотреть себе. В H&M уже. Помните, мне Кристина пиджак дарила. Она его покупала со скидкой за 25, а так он стоит 40. Хочу к нему купить водолазку светлого цвета. Что-то может быть наподобие такого. Водолазки разного цвета. Сейчас посмотрим. Хочу померить вот эту водолазку. Она, правда, без скидки. 15 евро. Ну, такой цвет прям кэмел-кэмел. Не знаю, сейчас померю. Я просто взяла это платье. Так. 7 евро. Правда, 2XS. Не знаю, влезу я в него. Так, ну, одела я ее.
конечно, она такая немного прозрачная. Естественно, белье другое. Ну, вроде цвет мне идет. Теплый. Не знаю, кого подвернула. Носки розовые. Платье еле влезло, девочки. Два XS, это не мой размер. Ну, как бы вообще платье не мое. Не-не-не. Оно все электричится. Посмотрите. Прилипло все. Не-не-не, вообще это не мое, но я просто его взяла померить. Тут-ту, еле влезла. Не стала брать ни водолазку, потому что она без скидки. Ну и платье подобное. Очки прикольные, 10 евро стоят. Мне нравятся очки, очень бейм, тем более сейчас солнышко. Одеваю быстренько маску и сумочку. Вот сейчас я такая вот сумочка. Через еще классический скажу. У нас со скидкой. Посмотрим. Ого, намного. Мне кажется, не мое. На скидок уже ничего нет. Вот так у нас такие платьишки. Смотрите. Но еще рано. Холодно. Вот еще Олегрины. Яркие уникорны. Единороги. Черная. Вот еще синенькая. Так, вот думаю, нашла ли одну кофточку, но тоже без скидки. Единорог. 10 евро. Может взять. Ничего не купила, купила Allegro. И все-таки купила я эту кофточку. Она получается 24 года. Ой, 4-6. Развеяна года 2 точно. Тем более она любит. Девочки, здесь как раз есть наш коп. Он огромный. Я как раз сейчас пойду туда. Мне нужно будет купить продукты. На субботу и на воскресенье. Ставлю пакетик. Пакет оставлю. И как раз светильник. Это у меня сумка забита, получается, этим светильником. Так. Время уже почти 12. Вот я тут нагулялась. Этот супермаркет огромный. Хотела вам показать для очереди, какое здесь оборудование сделали. Громко разговариваю, чтобы музыку не было слышно. Но сегодня у нас желтая зона, поэтому мы без очереди. Входа цветочки продаются. Знаете, какая красота. Сразу с горшочком. Какая прелесть. А вот тоже розовый. Интересно, сколько они стоят? Где цены? Где увидеть цены? Ага, под низом. 10 евро. Ой, какая прелесть. Ой, не могу. Сейчас, может быть, что-нибудь себе еще и куплю. И вот тоже хотела вам показать. Тоже какая красота. 15 евро, видите? Сейчас поближе. С этой стороны. Вот. Вот тоже. Вот эти мне понравились. Здесь они реально огромные. Смотри, сколько нарезок. Сыры. Там только сыров. Огромная линейка. Как режет все мяско. По кусочкам. Народу очень реально много. Кусок такой. Я возьму бужанинку и галеное мяско. Грибы не буду брать, но вам покажу, сколько здесь разных. Шампиньоны. Я умею только готовить шампиньоны. Вот. Вот
грибочки тоже. Это огромные грибы. Взяла авокадо и взяла себе новые травки, потому что мои что-то совсем уже поджавяли. Здесь продаются даже салфетки, скатерти. Обязательно в этом году куплю. Там, сейчас я вам покажу, мне понравилось розовое. Вот они, брала их. Такие классные, 5 полотенчиков. Стоят они, я так думаю, 6,50. Добралась до специй. Даже специи так прикольно упакованы. Карри. Все, хочу купить карри, сделать с куркума тоже. Посмотрите, куркума. Блин, тут так прикольно упакованы они, конечно. Перчики тут разные, паприка. Все, что хочешь. Классно. Нравится мне этот магазин, но мы сюда приезжаем именно, да, что-то купить. Лук, посмотрите, лук мелкий, вот он, чесночок тоже. А, мне нужно купить не яблочный, а виноградный уксус, вот, вон, нашла. Все, что купила, забыла пакеты, слава богу, у меня куча. Тут муж поедет. Все, закончилось. Закончился мой шопинг. Час дня уже. Дорогие мои, я уже дома. Заезжала к мужу на работу. Мы попили кофе. Вот. Время 1:30. У меня сегодня столько было дел в планах. Ну, я думаю, то, что многие дела ложатся на несколько... отложатся на другое время. Дички, купила мои любимые травки. Помните? Уберу. Горшки покупала в нашем Фикспрайсе. Вот, сейчас хочу поставить и посмотрим, как они будут смотреться. Поставила. Что-то как-то, не знаю, мне кажется, слишком много всего. Сейчас подальше отойду. Вот. Хотя мне сказали, что розмарин и шалфей должны стоять на улице. Ну, посмотрим. Не знаю, что вы скажете. Слишком наляписто. Так, девочки, несмотря на то, что сегодня я покупала продукты, я все равно буду продолжать. Вот, пиццу замораживали, принесли. Разгружать. То, что мы не даем. О, господи, что там такое? Что-то рассыпало сейчас. Приберу. Так. Вот. Я, наверное, месяц назад покупала баклажаны. Видите, они готовы, как на гриле замороженные. Сейчас я их разморожу, и мы их вечером приготовим. Вымыла сразу, чтобы не откладывать на потом. Петрушка. Здесь куриное филе. Петрушка с чесноком. Пицца мы заказывали, Олега не съела, замораживаю ее. И пататины фритти. Сегодня пятница, да, я уже говорила. И Олега пообещала, что сегодня мы пойдем после садика в кафе кушать. Потому что сегодня последний день, желтая зона, потом опять все будет... То, что закрыто, меня зовут в помещении сидеть. Я на так обрадовалась. Да, да, мам, ветер какой прохладный. Ой, ужас. Не знаю, слышно меня или нет, сейчас машина сядет. Вот, и пообещала ей, что что-нибудь куплю. Ну, что-нибудь куплю, я ее уже купила. Несу с собой. Вот, пусть порадуется моя доченька. И что хотела сказать. Ну, в общем, она... Сейчас достану ключи. На этой неделе умничка была, просто молодец. И она мне каждый день говорит: мама, я повзрослела, мама, я повзрослела, мама, я выросла. Я говорю: да, зайка, ты выросла. В общем, несу и подарочки, и пойдет она у меня пополнит. С Аллегрой обмениваемся подарками. Она мне принесла розмарин, говорит: мам, приготовишь мясо. А я ей даю первый подарочек. А прикольно.
Апри. Ой, vabbè. Questa è la lucina per la notte. Quando ti dorme, aspetta, si accendere. Dai. Si accendere quando buio, ti dormi, questa c'è la luce. La lucina, ti piace unicorno? Sì, voglio tenere. Tenere. E prendo un altro. Chi è quella? Unicorno! Ah, brillantine. Con brillantine, ho visto! Brillano! Brillano, ho visto? Ti piace, amore mio? Sì. Posso mi dare un bacino? Sì. Ti contenta? Ти-ти-ти-ти-ти. Я мусь решить, какой коза будет. Не торт красный, розовый. Сюда пицца. Vai, andiamo. Si mette sedere. Хочу вам показать это будино де рис. Нереально вкусный. Рисовый как пудинг. Тинерина. Взяла я с кетчата репина. Здесь моцарелла. Пышка. Она горячая. Только-только ее приготовили. Бужанина. Я думала нулла. Но мама манджа нулла. Она говорит, мама, ты не будешь кушать? È buono, ha fame, questo è il tuo preferito? Ti 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 ti. Chi gli ha fatto questo a te? In agdari, io raz в месяц. Io piaccio, no. Io già unicorno. Единорог. Oggi giorno della fetta. Она говорит, сегодня мой праздник. Della fetta. Ой, девочка. Mangia. Prima mangia. No, non voglio, grazie amore. Tantino. Non voglio. Oh, la maestra ha visto il tuo manicure? Sì. Che ha detto? Она говорит, что показала маникюр. Воспитатель говорит, очень красиво. Вау. А ну, come? Dammi si mette qua. Guarda. Ti piace, amore? Guardate te. Piace? Sì. Красотульчики мои, ребята, buonasera a tutti. Мы уже дома с Аллегрой. На площади не гуляли, потому что ветер сильный. Сейчас ветер сильный, я вот смотрю в окно, прям ветер холодный, не люблю. Заранее сегодня готовлю ужин, потому что я сегодня делаю зачистку холодильника. У нас опять овощи на ужин. Лазанья. Лазанья овощная. Вот, была такая импровизация, точнее будет импровизация. Вот, два соуса я уже сделала, я вам сейчас их покажу. Вот, практически уже второй готов, вон там тушится. И будем с вами делать лазанью. Так, зажарка, лук, морковка и кабачки. Почти готово. И одновременно делаю соус бешамель. Ссылку оставлю под видео, то как делаю соус бешамель. Томатную пасту оставила у мужа на работе. Пришлось добавить вот такой соус арабиата. Он немножко пикантный, видите, с перчиком. Но вы, если будете готовить, добавляйте просто тертый помидор или томатную пасту. Но, если захотите, добавьте этот очень вкусный соус, я его обожаю. Все, соус пусть немножко потушится, минут 5-10 посолила, специи ваши любимые, и соус готов. Девочки, какой сыр, который у меня был в холодильнике, весь его порезала, который мне доели, чтобы он не пропал. Так, соус бешамелла, и выкладываем наши синенькие баклажаны. Баклажаны, я думаю, можно даже свежими, не проблема. Я эти, так как мне нужно было почистить холодильник. Так. И все, как обычно, выкладываем
слоями. Так, сверху соус бешамель. Наш овощной соус, как он пахнет, девочки. И сыр. Сыр, который вы любите, который у вас есть. Вот. Чуть-чуть сыра. Так. Так. И повторяем вот так вот по слоям. Так, у меня получилось два слоя. Так как они, видите, маленькие. Сверху я добавила сыр. Я потом накрою пленкой на минут 20, а потом без пленки. Получилось у меня две этой красоты. Конечно, у меня баклажанов мало. В следующий раз, если буду делать из свежих. Вот. Пока лазанья готовилась, мне Аллегра сделала макияж под цвет моей мальчики. Девочки, лазанья. А, тут немножко, видите, капельки полетели. Только что с пылу жару, пусть остывает. Вот, муж придет через полтора часа, поэтому я сейчас ее прикрою. Но мне кажется, очень вкусно. Муж уже едет, поближе показываю. Ням-ням-ням. Девочки, вот отрезала. Низко получилось, потому что два слоя. Мне кажется, она идеальна. Лазанья невероятно вкусная. Я вообще вам рекомендую. Мне муж говорит, нереально вкусная. Извините, уже тарелка подиспачканная. Я съела, но очень вкусная. Прям рекомендую. И вот именно, может быть, даже с этим соусом. Всем приятного аппетита. Вот эту сумку мужа на работе оставила. Видите, томатную пасту, помидоры оставила тоже. Но с другим соусом была не рада. Вкусно. И сегодня нас угостили, муж принес бананы и апельсины. Красотулечки мои, ребята, бонджорно. Вчера уже не закончила влог, не попрощалась с вами. Вени, амори. Вы фальсалютари тутти. Вени дала маму. Мы вчера уже все устали. Вени? Иди, доброе утро. Вот, вчера уже мы покушали, девочки, еще раз вам скажу, лазанья нереально вкусная, ребят, мы вчера ее съели практически всю, там кусочек маленький остался, ну, от того, что она была низкая, вот, муж сказал, это блюдо должно быть у нас в доме. Проснулись сегодня рано, с отличным настроением, солнышко светит, сейчас пойдем погуляем, вот, муж на работе, суббота. Ну и все, посмотрим дальше, какие будут планы, но этот влог я уже буду заканчивать. Папа. Да, Море? Папа. Скажи, увидимся в следующем влоге. Шейн, ты каска, Венико. Говорит, это ее кровать. Все, мои девочки, красотулечки, ребята, люблю вас, целую. Arrivederci, чао. Утабашина.